Чувашии более 3000 сотрудников администрации сельских и городских поселений, муниципалитетов. Сегодня ветераны и работники муниципальной власти встретились онлайн. Совещание, посвященное Дню местного самоуправления, в режиме видеоконференц-связи провел в Риу главы региона Олег Николаев. Сегодня в Чувашии 300 с лишним муниципальных образований. Повсеместно ведется работа по благоустройству, ремонту учреждений здравоохранения и культуры, дорожному строительству, реконструкции спортивных объектов. Кроме того, в задачу органов местного самоуправления входит и создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета, также поддержка гражданских инициатив и жителей в любых ситуациях. Развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Введена в действие система 112. А мы как работали? У нас на рабочем столе, кроме телефона, ничего не было. И хочется сказать вам большое спасибо за то, что сейчас появилась возможность быстрее отслеживать все происшествия. И намного уменьшилось время отслеживания и реагирования на чрезвычайные аварийные ситуации. На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за развитие городов и поселков, качество жизни населения. Выражаю вот огромную благодарность вам всем за ту работу, которую вы ведете ежедневно, за ту работу, которую вы выполняете терпеливо и самоотверженно, может быть, даже где-то в текущее непростое время. Мы с вами почти ежедневно сверяем часы и координируем нашу совместную деятельность с тем, чтобы максимально обеспечить, с одной стороны, благополучие и здоровье граждан, с другой стороны, обеспечить реализацию тех намеченных целей, которые стоят перед нами. Координирует работу Совет муниципальных образований, созданный в Чувашии в 2006 году. Благодаря ему активно изучаются и распространяются лучшие практики по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований, развитию общественной инфраструктуры, обращению с твердыми коммунальными отходами, участию ТОСов и старост в реализации национальных проектов.